Друзья, сегодня я буду рассказывать о том, как же проверить ваш Инстаграм на отписки, то есть, а именно на отписки тех, на кого вы подписались. Может, вы даже не знаете, это так незаметно, пока сами не отпишетесь и не увидите, что не будет пункта подписаться в ответ, а будет просто подписаться. Это будет значить то, что от вас отписался человек. Но как сделать это так незаметно, чтобы не делать эту всю процедуру? Досмотрите видео до конца, я вам это прекрасно продемонстрирую. Добро пожаловать на канал Apple Expert, с вами Владимир. А спонсор данного видеоролика – Moneyback, сервис, который поможет вам вернуть деньги за донат в играх с Play Market App Store. Услуги Moneyback не требуют предоплат, они делают свою работу, возвращая деньги на ваш счет, а вы в качестве благодарности оплатите утвержденный процент от суммы возврата. Moneyback работает в рамках закона, пользуясь лазейками договора оферты. Вдруг вы в течение года надонатили в играх сотни долларов, тогда вам прямая дорога к менеджеру Moneyback по ссылке в описании и закрепленном комментарии. Смотрите, сегодня будет программа и именно по распознаванию тех людей, кто от вас отписался, на кого подписаны именно вы. Скажу так, что это приложение работает только на Android устройствах, поэтому ссылка будет закреплена в комментариях под видео. Вы сможете перейти и скачать. На iOS устройство я, к сожалению, не нашел, и, наверное, нет именно таких классных программ. Давайте же приступим, посмотрим, как это все работает. Смотрите, друзья, у нас это приложение работает на Android устройствах, на iOS устройствах такого нет, не знаю, если вы знаете, напишите в комментариях. Здесь вам нужно что? Скачать приложение по ссылке в описании для Android устройств и, конечно же, авторизироваться. Не бойтесь, авторизируйтесь, вдруг что, возникнет какая-то там подозрительная активность, но у меня такого не было, уверяю вас. Все просто, можете сменить пароль или сразу же поставить двухфакторную аутентификацию. При любом входе с другого устройства будет приходить смс-уведомление на ваш номер телефона. То есть с кодом активации. Все. То есть уже можете не переживать. В принципе, это сделайте. И это приложение у нас сканируется. Вот сканируется на всех тех, которых вы подписаны. В данном случае у меня 201 человек. И сейчас я буду отписываться по завершению от тех людей, которые от меня отписались. Очень удобно. Давайте посмотрим. Итак, вот после того, как наше приложение это все просканировало, мы можем увидеть те, кто не подписался на нас. Вот мы можем их лицезреть. И вы уже для себя можете определить, от кого отписаться, а на ком остаться. Вот так вот все ссылки будут в описании под видео и в закрепленном комментарии. Вот так вот все просто. Если будет что-то непонятно, пишите, я всегда вам отвечу. 24/7 всегда с вами. Подписывайтесь на канал, прожимайте колокольчик, оставляйте ваше мнение в комментариях. Не забывайте то, что на канале Just Run проходит конкурс. Самый главный конкурс — это на 10 тысяч подписчиков. Я буду разыгрывать мотоцикл. А пока каждую новую 1000 подписчиков я разыгрываю призы. Первый приз — это у нас будут Bluetooth наушники. Второй — я разыграю дрон. Третий мы уже с вами будем обсуждать в сообществе канала. Поэтому давайте, помогайте подписываться на канал. Советуйте друзьям, близким, знакомым. То есть ссылка где-то закрепите в соцсетях, в Инстаграме, неважно, с кратким описанием канала или видео какого-либо, какое вам понравилось. Чем быстрее мы наберем, тем быстрее мы разыграем. Дальше больше, скоро увидимся.